Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе,
Господи, помилуй,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам сегодня, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство и сила и слава веки веков. Аминь. Богородица, Дева Радуйся, благодатная моя, Господь с тобою, благословенна ты, жена, и благословен твой чрево твоего, я бы спаса родилась и душ нашей. Богородица, Дева Радуйся, благодатная моя, Господь с тобою, благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего, я бы спас родила и сыну. Ибо беззакония превысили голову мою.
как тяжкое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспаления, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушён чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, перед Тобою все желания мои, воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие души мои ставят сети, желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, не величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так, благословлю Тебя в жизни моей, ибо имя Твое вознесу руки мои. Во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю Тебе на постели моей, и размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя. И в тени крыл Твоих я возрадуюсь, к Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, пройдут преисподней земли, сразят их силы и мучат, да останутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидит пред лице Твоя молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней, я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитый, лежащий в гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей отриняты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых Твоих, сделал меня отвратительным для них. Я заключенный, не могу выйти,
Око мое истомилось от горести, весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Ибо во гробе или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя вместе тления. Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе, то дарит мне друга и истинного, знакомых моих не видно. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благодеяния Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века к веку боящимся Его. И правда Его на сынов, сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господи! Господи, услышь молитву мою, внемли моленье моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, не входи в суд с рабом Твоим. Потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, и не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей
истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста. Отрывок из беседы на книгу «Бытия». Святитель говорит: «Велико дерзновение апостолов, велика и неизреченная сила благодати, дарованная им свыше. Дерзновение этого блаженного Петра может служить очевиднейшим доказательством воскресения. В самом деле, какого еще большего можно требовать знамения, когда тот, кто прежде креста не мог перенести угрозы от простой служанки, теперь так противостоит иудейскому народу? И один с таким дерзновением является пред такой толпою, столь беспорядочно метущуюся, и говорит ей такие слова, которыми может еще более возбудить ее неистовство. Видишь, возлюбленный, как и теперь оказывается то же, о чем я сказал вначале. Когда кто воспламенится любовью к Богу, то уже не хочет более смотреть на предметы, подлежащие зрению телесному. Но имея у себя другие очи, то есть очи веры, постоянно устремляет ум свой к небесным предметам, их созерцает, и, ходя по земле, делает все так, как будто живет на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствия к подвигам добродетели. Такой человек не смотрит уже ни на приятности жизни, ни на противные тяжкие обстоятельства, но, проходя мимо всего этого, поспешает в свое отечество, как бегущий с великим напряжением по чувственному поприщу, не видит встречающихся, хотя бы они тысячу раз сталкивались с ним, но, устремив мысли свои к поприщу и быстро пробегая все, стремится к предложенной цели, так точно и старающийся идти поприщем добродетели и взойти от земли на небо, оставляет все видимое внизу, все свое внимание обращает на поприще и не останавливается, не удерживается ничем видимым, пока не достигнет самого верха добродетели. Для человека с таким настроением ничего не значит и то, что кажется страшным в настоящей жизни. Он не боится ни меча, ни пропасти, ни зубов зверей, ни пыток, ни рук палачей, ни другой какой-либо неприятности житейской. Нет, пусть положат пред ним горячие уголья, он пойдет по ним, как бы по лугу и саду. Пусть угрожает ему другим каким-либо родом мучений, он не цепенеет при виде их и не уклоняется, потому что его душою овладело желание благ будущих. И он, как бы находясь вне тела, становится выше страданий и, будучи подкрепляем Вышнюю благодатью, даже не чувствует телесных мучений. Поэтому прошу, чтобы нам быть в состоянии легко выносить труды добродетели, покажем великую любовь к Богу и к Нему устремив наши мысли, не будем никаким предметом настоящей жизни останавливаться в этом поприще, но, помышляя о непрерывном наслаждении будущими благами, станем благодушно переносить все скорби настоящей жизни. Пусть ни бесчестие не печалит нас, ни бедность не стесняет, ни болезнь телесна не ослабляет бодрости душевной, ни людское презрение и унижение не делает нас менее усердными подвигом добродетели, но все это, стрясши себя, как пыль,
и приняв бодрое и возвышенное настроение Духа, будем таким образом во всем обнаруживать великое мужество. И постараемся примириться с врагами, и все прочие страсти исторнем из души нашей. Возмущает ли нас нечистая похоть? Изгоним ее. Разжигает ли гневливость? Утолим этот жар пением духовных наставлений, показывающих гибельность этой страсти. Муж гневливый, говорит Писание, неблагообразен. И в другом месте, гневаясь на брата своего напрасно, повинен гиенне огненной. Возмущает ли нашу душу сребролюбие? Постараемся бежать от этой губительной заразы и исторгнем ее, как корень всех зол. Да и каждую из возмущающих нас страстей постараемся исправить, чтобы, воздерживаясь от злых и совершая добрые дела, могли мы в тот страшный день удостоиться человеколюбия Божия благодатью и щедротами Единородного Сына Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог Господь, явися нам, благослови гряды во имя Господне, прославляйте Господа, ибо Он благ и вовек, милости Его. Бог Господь, явися нам, благослови гряды во имя Господне. Окружив со всех сторон именем Господним, сопротивлялся им. Бог Господь, явися нам, благослови гряды во имя Господне. Не умру на живую, познай дела Господне. Бог Господь, явися нам, благослови гряды во имя Господне. Камень, который отвергли строители, садился главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Бог Господь, явися нам, благослови гряды во имя Господне. Собезначальное слово Отцу и Духови, от Девы рождшейся на спасение наше, воспоим, вернее поклонимся. Я то благоволи плоть ее взыти на крест, и смерть претерпеть им, и воскресите умершие. Славы воскресение, славы им. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите обители Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Его.
Ваши. Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили, дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу,
и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Воскресение Христа воскресшее, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Христу Твоему поклоняемся в Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, Ты Моисей Бог наш, разве Тебе этого не знаем, имя Твое именуем, придите все верные. Поклонимся святому Христову воскресению, всего приди Христом радость всему миру, света благословящий Господа, Боже воскресение Его, раскрытие Бога в тебе, смерть целью смерть разрушит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, молитвами апостолов, милостями очистит множество согрешений наших, имени Христа и во веки веков, аминь, молитвами Богородицы, милостиве очисти множество согрешений наших. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Воскрес Иисус от гроба, я Боже Твоечен, дай нам живот вечный и верю миру. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой Божий спаси мое, через нежную херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Я как известно смирение рыслоням, всех ладными уважать Пресироди, через нежную херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Я до сотворения величественны, и свято имя Его, и милостиво в роже обожающихся Его, через нежную херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
низложи сильные со престол, и вознеси смиренные, алчущие исполни благ, и богатящиеся отпусти речи, чистейшую херувим, и славнейшую без сомнения серафим, без искрения Бога слова Божию, сущую Богородицу тебя величаем. Восприят Израиля отрока своего, поведуйте милости, я уже глагол о Отце нашим, Аврааму и семени его даже до века, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова Божию, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Вышним Богу и на земле мир, человец и благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, хвалим Тя, славим Тя, благодарим Тя. Великие ради славы Твоя, Господи, Царю Небесный Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душе, Господи, Боже, Отче Божий, Сыне Отечественный, Отец мира, помилуй нас, земля грехи мира, прими молитву нашу, сидя я весною Отца, помилуй нас, яко мы сидим свят, и сидим Господь Иисус Христос, слава Бога Отца, аминь. На всякде благословлю Тебя и возлюблю имя Твое во веки век века. Благодарю Господи, действие греха сохранитеся нам, благословен, если Господи Божий Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь. Будет Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаху на Тя. Благословен, если Господи научи мя оправданием Твоим. Благословен, если Господи научи мя оправданием Твоим. Благословен, если Господи научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был истинно в роте его, а зре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, я согрешил тебе. Господи, тебе прибежи Бог, научи меня творить и волю твою, яко ты иси, Бог мой, яко у тебе источник живота, во свете твоему зрим свет, пробави милость твою ведущим тебя. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Век спасения миру высь, а им воскресшему из гроба, и начальнику жизни нашей, разрушив его смертью смерть, победу дади нам и верю, милость. Господи Иисусе,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во веки века. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, безыственную Богословшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых ныне поминаемых мученика Иоакимфа Кесарии Каппадокийской, мучеников Диомида, Евлампия, Асклепиопа Паддота и мученицы Галендухи, и всех святых ныне поминаемых, святых священномучеников Климента Анкирского, Анфима Никомедийского, святых и праведных Бога Отец Иоакима Иоанна и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Спаси, Господи, и помилуй путешествующих, протоиерея Иоакима, Игоря, Елену, Ирину, Андрея, всех братьев, сестер наших, находящихся в пути. И благослови, Господи, Марка и Марию, даром душевного спасения, телесного здравия и всех духовных Твоих благ, Господи, даруй. Исцели болящих Сергия парализованного, Анастасию, болящих братьев, сестер, посети, Господи, страданиях и немощих, и помоги им. И гонимых христиан православных укрепи, и нас приготовь, Господи, к грядущим испытаниям. И пролей милость Твою на нас и на детей наших, даруй им страха Твоего, веры и послушания, чтобы души их не погибли в всем мире грешном и прелюбодейном. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Исповедание святителя Иоанна Златоуста. Также из бесед на книгу Бытия отрывок. Бог медлит исполнить наши прошения не потому, чтобы отвергал их, но потому, что хочет научить нас усердию в молитве и постоянно привлекает нас к себе. Так и чадолюбивый Отец, будучи и часто упрашиваем Сыном, не исполняет просьбы Его не потому, чтобы не хотел дать, но чтобы через это побудить Сына к усерднейшему прошению. Зная это, не будем никогда отчаиваться и не перестанем приступать к Богу и возносить к Нему усердные молитвы. В самом деле, если усердная просьба женщины подействовал на того жестокого, бесчеловечного и не боявшегося Бога судью и заставила его оказать ей защиту, то мы ли, если только захотим подражать этой женщине, не расположим оказать нам помощь нашего милосердного и человеколюбивого Господа, который по благоутробию своему хочет устроить наше спасение? Итак, научимся неотступно и постоянно прилежать к молитве, и днем, и ночью, и особенно ночью, когда никто не смущает, когда ум спокоен, когда великая тишина, и нет никакого волнения в доме, никто не препятствует нам заняться молитвою и не отвлекать от нее, и не отвлекает от нее, когда возбужденная душа может обстоятельно высказать все врачу душ. Если блаженный Давид, царь и пророк, хотя был отягощен многочисленными делами и облечен в порфиру и диадему, говорил однако же себе: «В полночь вставал я», то что скажем мы, которые хотя и проводим частную и свободную от дел жизнь,
Однако ж не делал ли того, что он делал, так как днем у него было множество забот, дел и беспокойств, и он не находил времени, удобного для молитвы. То время покоя, которое другие проводят во сне, возлежа на мягких постелях и ворочаясь туда и сюда. Он, царь, связанный такими заботами, употреблял на молитву, беседовал наедине с Богом и, вознося искренние и усердные моления, получал то, чего желал. При содействии этих молитв он счастливо вел войны, воздвигал трофеи, одерживал победу за победою, потому что у него было непобедимое оружие, сила Вышняя, которая может выдержать борьбу не только с людьми, но и с демонскими полчищами. Итак, ему-то будем подражать и мы, частные люди, царю, ведущие жизнь легкую и спокойную, тому, кто, облеченный порфирой и венцом, превзошел монахов строгой жизни. Послушай, в самом деле, как он же говорит в другом месте, слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Видишь, как душа его была в непрестанном сокрушении. Пищей для меня, говорит он, хлебом, пиршеством было не другое что, как слезы мои ночью и днем. И утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омывая ложе мое. Что скажем, или чем извинимся мы, которые не хотим показать и такого сокрушения, какое показывал царь, обремененный столькими делами? А что скажи мне прекрасней этих глаз, которые непрестанными слезами украшались, как бы перлами? Ты видел царя, который и ночью, и днем проливал слезы, и пребывал в молитве? Посмотри на учителя вселенной, как он заключенный вместе с силою в темницу, имея ноги, забитые в колоду, молился всю ночь, не удерживаясь от этого ни болью, ни узами, но тем большую и пламенейшую показывая любовь Господу. Павел и Сила, говорится, в полуночи молились, восхваляя Бога. Давид, облеченный царскими достоинствами и диадемою, всю жизнь пребывал в слезах и молитве. Апостол, восхищенный до третьего неба, удостоенный откровений неизреченных тайн, находясь в узах, в полночь возносил молитвы и хвалы ко Господу. И царь, вставая в полночь, исповедовался. И апостолы также в полночь совершали усердные молитвы и хвалы. Им-то будем подражать и мы, будем ограждать жизнь нашу непрестанными молитвами, и пусть ничто не будет для нас препятствием к этому. Ведь действительно, ничто и не может препятствовать нам, если только мы сами бдительны. Разве для этого мы нуждаемся в особом месте или времени? Всякое место и всякое время удобно для нас к молитве. Послушай, в самом деле, того же Учителя Вселенной, что он говорит. На всяком месте воздевайте руки без гнева и сомнения. Если сердце твое свободно от нечистых страстей, то где бы ты ни был, на торжище ли, дома ли, на пути ли, в суде, на море, в гостинице или в мастерской, везде можешь молиться Богу и получить просимое. Зная это, прошу вас, вместе с постом покажем усердие и к молитве, и в ней приобретем себе помощницу, чтобы, удостоившись благодати Божией, провести нам и настоящую жизнь благоугодной Ему, и в будущее сподобиться Его человеколюбия благодатью и щедротами Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив к нам грешным, сотворивший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас грешных, помилуй и благослови. Христос воскресе!
Это как долго собирается. Они сегодня вылетели или раньше? Нет, они сегодня тут. Пошли Егоры. Егоры со мной вместе на садок. Огорочек лагерный. Слава Христу.